Пока звона колоколов не было, и собака молчала, подпевает. Сегодня тоже что-то не особо клюет, вот одну хорошую платочку взял, а больше ничего нету. Погода рыбацкая, а что-то рыба не особо клюет. Лысухи в стаи собираются, походу скоро в теплые края полететь. Какая концентрация их стала. Молчит. Он толстый, какой здоровый. Надо же, даже концерты проходят какие-то. Ребята там, ребятня лет по 7 отжигает. А нет, ошибся, девчонки лет по 10 выступают. Сейчас для вас поет Настя Тихомирова, русская красавица. Вечером вроде клевать начала. Где кися? Поглядим, что дальше будет. Рыб-забастовка. И вечерняя рыбалка какая-то малорезультативная. Кроме нескольких мелких штучек, штук 5 тунных кошки. Одна красноперина нормальная попалась. И все. Бастуют гады. А красота-то какая. Лепота. К концу отпуска погода все хуже и хуже. Дождь сегодня, обещают аж там 20 минут посадков. Завтра 40 обещают. Ветрище 7-9 метров. Поэтому я говорю, по положению. Речи быть не может. Ну хоть плащик. Так вот, а вон даже другого берега озера не особо видно, но это еще не берег, это кусок ближнего берега. Дальний покрыт мраком. Ну, владеет хотя бы последний деньги погодка даст еще порыбачить. Эхлодрина, блин, градусов, наверное, 13 на ветру. Тем более, молодец. Стоял минутку, поснимал, и чуть там для ветра не слышал, так все пришел и рыбачил пару часов руки мочил. Ну и здесь три ищи. А с этой стороны под холмом вроде и ничего, ветер в спину. Ой, порывы, конечно, долетают, но в целом можно, конечно, попробовать половить. Подумаем, может, все-таки совершит героический поступок. А вдруг сегодня в такую вот мерзкую погоду как раз клев будет. Не-а. И в мерзкую погоду клевать не хотят. Какая досада.
Только куры прикормку жрут, гады. Не, ничего не поймал в эту ужасную погоду, кроме дохлого карасика к берегу прибило. Черт знает, что помер. Ни крючка, ничего нету. Больной, наверное, был. Итак, к концу отпуска у меня остается многовато неиспользованных продуктов, в частности, круп разных. Горох, манка, перловка, рис и прочее. Так как либо кому-то отдавать, либо выкидывать, либо оставлять хозяевам. Родился такой рецепт. Варим горох и рис одновременно в одной кастрюле, в равных пропорциях. Потом скидываем на друшлаг или сито. Тут главный ингредиент — это мясорубка. Прокручиваем все это дело через мясорубку. Добавляем на глазок муки, соль, сахар по вкусу, специи, маслица, манки, яйцо для связки. И получается вот такие замечательные рисово-гороховые оладушки. Ням-ням. Итак, повторим, что вот получились такие замечательные горохо-рисовые оладушки. Нам понадобится рис, горох. В равных частях варим. Я варил все вместе, не промывал, просто отбросил на сито и дал стечь. Потом добавляем, пропускаем это через мясорубку дело после варки. Добавляем соль, сахар, но у меня другого просто не было. Вот, по вкусу. Добавляем приправы. Я добавлял гранулированный чеснок, красную паприку и карри. Потом добавляем муку и манку. Ну, и яйцо. Сначала я яйцо не добавил и манку подзабыл, разваливались у меня оладьи первые. Вот. Ну, кто старается мучного не кушать, может, конечно, без муки и обойтись, наверное. Пробуйте, дерзайте. Вот такие, если бы была еще тушенка, можно было бы, конечно, перекрутить баночку тушенки, тогда бы они получились горохово-рисово-мясные. Погода немножечко устаканилась сегодня. Ветра почти нет. Дождя вообще нет. Не знаю, надолго ли. Ну, как говорится, будем посмотреть. Может, сегодня повезет. Ну, сегодня хотя бы у клея клюет. Хоть киску накормлю. Не шарик, ах ты круглик. Ну, лови скорее, сейчас уплывет. Сегодня 25-е. Погода окончательно питерская, все без пришла. Видимо, до 30-го солнечных дней я уже больше не застану. А жаль. О, даже все бежу уже сиглеи с музыкой. Музыка хорошая, только так молодежь ходить скоро разучится. Вон и сколько, лет 6, уже ногами не хочет ходить. Гусяки еще не улетели на юг. Ну вот что мы сегодня на Угаринке. И обоих озер. Хотя нет, все это на Арно, считай, был Горинка плюс Арно. Зимончиком наловили. Ой. В 4:30 встретились, по темени добрались. И вот мелочевки надергали. Его живности. Одна нормальная красноперина и пилотки некоторые.
А на сибирском ничего нам даже не клюнуло ни разу. Все ушли на зимнюю спячку. Как я стал разводить опарика, не всех опариков брал-то. Развелось пауков, видимо-невидимо. Но сейчас большие что-то попрятались, а? Опарик, который скоро окуклится, пошли на корм паучкам молодым. Ничего так крутит, не хуже мухи. Ох, он объелся теперь с этого парика. Ну, а этот что-то не очень реагирует на попавшегося в сети. Еще один нахлебник. А рыбки-то еще и нет. Да, он пришел уже, просит. Кися. Еще один нахлебничек, пожалуй. А мне угостить тебя нечем. Семечки ты не ешь. Рыбу у меня нет, хотя я сомневаюсь, что ты ешь рыбу. Морда. Мартиасин. Что такое красота? Кто красотун такой? Дуралей ушастый. Ушастик. Последний денек, завтра в Питер, совсем по Питеру не соскучился, пойду прогуляюсь напоследок, посмотрим, что там Димон, может, споймал сегодня, посидим, поболтаем. И Димон ничего не поймал, хотя погодка классная, тишина, штиль. Лепота вообще. Класс. Ну, остался финальный рывочек. Взяла мне. Погода, к сожалению, хорошая выдалась. Как назло, значит, автобус будет нещадно сжечь солнышком. Как я 10 часов буду ехать? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, все равно. Автобус. Отправление через 40 минут. Последний ремончик. Ну вот я и дома. Питер, я по тебе совсем не соскучился. Жаль, конечно, что отпуск провел в гордом одиночестве, но что поделать, может быть, в следующем году будет лучше.